Всем привет, дорогие друзья! Мы приехали в отпуск, коротенький совсем. Мы приехали во Французскую Канаду, в Квебек. И мы приехали отдыхать в такое место, которое называется Монтреблан. И это даже возле Монтребланта озеро. Короче, мы находимся на озере, и здесь такой санаторий, дом отдыха, я не знаю. Видите, вот он снаружи довольно мрачный. Здесь несколько этажей, вот это второй, там еще есть третий. Мы на цокольном этаже. И у нас вот такой вот номер. Сейчас я вам его покажу, засниму. Вот так это все выглядит, лестницы. В общем, снаружи такой он мрачный, а внутри очень симпатичный. Значит, это вход. Ну, вы не обращайте внимания, тут же наши вещи. У входа вот такой шкаф. Очень даже ничего. Такой симпатичный шкафчик с вешалками. Сюда можно повесить свои вещи. И здесь у нас пылесос. Ну, это уж нет. Пусть они сами пылесосят. Я тут пылесосить не собираюсь. У входа здесь ванна, душ. Ванны у нас нет, вернее, только душ. Но очень симпатичный душ. Что-то тут непорядок. Смотрите, очень красиво выложили туалетную бумагу. Но стеночку не покрасили. Так, ладно, мы простим вам. Значит, здесь окно в душе. Вот здесь вот зеркало. Всем привет. Мыло, полотенце. Такая вот тумбочка, в общем, симпатичная. Очень даже ничего. Я с дороги, не обращайте внимания на мой внешний вид. Чемодан. Мы приехали на 4 дня. Чемодан, как будто у нас 8 человек приехало на 2 недели. И вот здесь сразу вы заходите, и сразу кровать. Спальня как будто бы. Кстати, вход в туалет, вот такая вот интересная, забавная дверь. Она называется у нас Barn Door. То есть это как будто бы дверь в барн, это амбар. Ну, вот такая вот, знаете, растик, деревенский стиль такой. Очень интересно. Я очень люблю такое в стиле в домах. И самое главное, что она не занимает места, потому что обычно дверь, когда вы открываете, она как бы... При открытии вам нужно место, чтобы ее открыть, пространство. А здесь вот она вот ездит так вот. И как результат вам не нужно много места для двери. Так, короче, здесь прямо в кровать у входа. Такая, знаете, со ступенечкой. Это вообще ночью, конечно. По-моему, здесь лампочки вот эти вот, они горят ночью. Вообще интересно. Я не знаю, как их включать. Потому что, на мой взгляд, ночью, если вы соберетесь пройтись в туалет вот сюда, то можно очень даже красиво свалиться с этой ступеньки. Но она такая стоит на пьедестале. Что это у нас? Шоколадки, как мило. Вот так вот выглядит кровать. Так, это зеркало или что? А, нет, это окошко в ванну. Прикольно. Зачем? Не знаю. Вот здесь такой большой-пребольшой шкаф. Да, вот эта ступенька меня, конечно, немножко напрягает. Ночью надо не забыть. Здесь огромнейший шкаф. Боже мой, зачем такой большой шкаф? Ну, в общем, окей. Большой-большой-пребольшой шкаф. Там дополнительная подушка. Что здесь? Здесь написано private. Интересно, что это значит? Что значит private? Шкаф и шкаф. Я тут хозяйка. Это мой private шкаф. Так, окей. Здесь ящички. Все очень чистенько и очень красивенько. Здесь тоже шкаф. Ой, нет, здесь не шкаф. Здесь какой-то бойлер. Какой-то обогреватель или что. Швабра. Ну, такое. Я, конечно, здесь мыть не буду. Так. Здесь у нас начинается как бы кухня. Здесь тоже ящики. А, вот здесь всякая посуда. Здесь есть открывалки, поварюшки, черпалки, печка, макровые. Да, сейчас я все начну. Так, здесь стаканы. Ага, вот здесь всякая посуда. Вот здесь стаканы, рюмки. Так, короче, значит, здесь какие-то просто шкафы пустые. А здесь, ага, чайники всякие. Шин, вот здесь чайник есть. Так, дальше здесь стол такой письменный, чтобы
заниматься всякими, если вам нужно компьютер сюда поставить или что, картина красивая. Здесь это для температуры менять. Ой, это какой-то пульт. USB, в общем, зарядка, что-то такое, надо разобраться. Не очень я понимаю, наверное, можно всякие заряжать свои гаджеты. Так, и здесь кухня. Мы пытаемся понять, какой здесь Wi-Fi номер. Это наш номер, но здесь ничего нету. Здесь ничего нету про Wi-Fi. Здесь есть, может, вот это вот? Reservation number. Окей, надо посмотреть сейчас. Надо попробовать зайти в местный, надо зайти в интернет, и тогда мы будем... Так, это наш запрос. Короче, я отвлекаюсь. Значит, и здесь кухня вот такая вот симпатичная. Вот. Кофемашина. Это духовка электрическая, такая плита, раковина. Что-то из них посудомойка, что-то из них холодильник. Вот это холодильничек маленький. Ну, нормально хватит. Это посудомойка. Тоже маленькая, но нам хватит. И здесь, видите, снова вот вход в спальню. То есть вот спальня, она как бы находится сзади, за кухней. Потом здесь уже living area. Здесь какая-то такая странная музыка такая, умиротворяющая. Камин. Надо включить. Как его включать, я пока не разобралась. Как-то здесь очень темно. Так, стол со стульями на четверых. Это всякие тут браслеты, что здесь есть бассейн, здесь есть лодки, можно брать, кататься, каяки, водичку вот нам оставили, какая-то тарелочка, такая вот лампа интересная. И диван. Мы что-то свое набросали. Кресло. Диванчик. Письменный стол, то есть журнальный, простите. Здесь тоже какие-то полочки, и выход у нас как бы патио, веранда. Ох, пойдемте на улицу, что здесь, сетка. Ой, какой прекрасный свежий воздух. Супер. Так, здесь, я так понимаю, на соседи, которых, наверное, нету. А может и есть. Как-то очень у нас нету никакого... Немножко мне не нравится, что здесь нету никакого... Видите, на втором этаже там балконы. Как-то не так. А здесь прямо у нас прямо соседи. Как-то вот прямо вот здесь мы. То есть между нами и следующим номером есть перегородка. А между нами и вот этим номером перегородки нету. Я надеюсь, что там никого нету. Хотя вот стулья стоят, может, тут и есть люди. Ну ладно, мы с ними как-нибудь разберемся. Мы тут с друзьями, на самом деле, они на этаж выше нас, поэтому я думаю, что мы можем у них сидеть на балкончике, у них как-то больше прайвеси. Так, здесь у нас есть грил. Можно делать барбекю, стол со стульями, вот такие вот. Стулья, можно сидеть и наблюдать за прекрасной природой. Вид у нас на озеро. Какое красивое дерево. Там вот всякие amenities, как это называется, теннисные корты, там бассейн дальше. Но бассейн открытый, нам сейчас он не пригодится. По-моему, здесь еще есть джакузи. И вот такая вот красота, видите. Единственное, что очень много мушек. Каких-то мушек, а здесь не очень ты посидишь. Прям, смотрите, летают. Я не знаю, вам видно или нет. Фу, я сейчас ухожу отсюда. Как неприятно. Хорошо, что есть сетка. Ну, окей. В общем, вот такой вот вид. Очень красивый. Мы прям как будто бы в лесу находимся. Если будет дождик, то у нас есть крыша. Мы можем сидеть под ней. Сегодня наше первое утро. Я, Алена Тюрель, без всякой косметики, девочки, решила... показать вам, как красиво здесь днем. Сейчас налью себе кофе и выйду на наш балкончик посидеть, выпить кофе. Ой, какой свежий воздух, какая прекрасная погода. И вот этот клен. Я не хочу громко кричать, потому что я уже показывала, у нас тут соседи. Ой, какая тишина и свежесть.
Мне единственное, что мы забыли молоко. Мне надо сходить в магазин. Здесь есть магазин рядом. И мне надо купить молока, пакетик. И тогда я смогу себе сделать кофе. И смогу спокойно здесь посидеть. Прохладненько, правда, надо сказать. Я очень была одета. На мне такая худи и теплая куртка. И мне все равно прохладно, поэтому надо мне, может, еще что-то потеплее надеть. Не обращайте внимания на мой вид. Я в отпуске. Мы немножко опоздали. Видите, здесь уже листья опали. Вообще здесь потрясающая панорама, потрясающая по красоте. Вот эти вот все яркие красные, желтые листья, зеленые. Но сейчас уже, видите, немножко уже все... Все уже облетело, но все равно. Озеро чешайшее, прям такое, как гладь зеркала. Шикарно. Пойду с молоком. Такой ветер. Что-то я охрипла. Я не знаю, если будет слышно меня хорошо. Но вот так выглядит наш комплекс, вот такие дома. Еще раз повторюсь, они снаружи такие неказистые. Ну, такие не то, что неказистые, очень они новые, красивые, но они такие мрачные, коричневого цвета, выглядят довольно странно. Но вот видите, это озеро и гора напротив, которая должна была быть вся-вся желто-красно-зеленая, но, к сожалению, она уже облетели листья, мы не успели. А вот здесь магазин, то есть вот так вот раз, и маленький такой хорошенький магазинчик. Здесь можно попить кофе, здесь можно, видите, там столики стоят. Это как такое кафе, и также можно купить все необходимое. Стадо гусей. Поэтому надо быть очень осторожным, потому что они гадят. Жутко невероятно. А вот тут видите, какой дом стоит. Это частный дом стоит на горочке. Напротив тоже нашего пансионата. И вот такая вот красота. Есть еще некоторые, видите, деревья. Кстати, у нас дома еще намного больше красивых листьев. Я вам снимала, показывала. А здесь уже, здесь холоднее просто, и севернее, и в горах. Поэтому уже все облетело. Ну все, я иду в магазин. Цветочки, в общем, гуси, столики со стульчиками. Это, вот здесь такая галька, я по ней иду, поэтому так шумно. В общем, такая пасторальная пастораль. Молоко. Не могу найти молоко. Так, здесь холодильник, но здесь всякое разное. Надо спросить. Так, не найду сама, наверное. Вот это главный отдел, важный. Но у нас все с собой. Нам не нужно здесь ничего покупать. Так, нет молока, что ли, у них? Пошутил. Здесь всякие сыры, йогурты. Hi, I'm looking for the milk. If we have milk, yeah. В холодильник меня отправили. Я же здесь была. Почему я не нашла молоко? Так, мороженое. Он сказал, четвертая дверь. Я туплю, девочки. Не вижу я молоко. Мороженое вижу, молоко нет. Сейчас выключу телефон, буду смотреть хорошо, без записи. Thank you.
Ну и продолжение будет в следующем видео. Я сняла еще одно видео. Там вам покажу, расскажу, куда мы приехали, город, в общем, где мы находимся, что здесь есть интересного. Так что еще одно видео будет про наше путешествие, красивая природа. Вот, увидимся в следующем видео. Всем пока-пока!